Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, Бла-Бла Фьюзен Канал. Добро пожаловать на сегодняшний мой кето-обед. Напоминаю, что у меня сейчас текущая калорийность 1700 килокалорий в день. По-прежнему остается при этом технический завтрак, обусловленный приемом препаратов. И сегодня он такой был немножечко больше, чем 100 килокалорий, где-то в районе 140 килокалорий, потому что мне случилось съесть кусочек масла с кусочком колбаски. Так просто получилось. В итоге обед, вот этот вот мой сегодняшний, будет немножко меньше, чем 800 килокалорий. Ну, потому что, соответственно, высчитывая это все, короче, где-то в районе, вот это сегодняшнее, в районе 700-750 килокалорий, вот то, что я сейчас съем. На ужин останется, значит, уже чисто повычисляя, уже на ужин останется все равно 800 килокалорий, и все, как говорится, сойдется к вечеру математически. Но пропорция, она уже очень-очень давно, уже почти 3 года, как она у меня 70-20-10, где 10 – это в 2 раза больше углеводов, чем на строгом кето. Ну, для самого такого строгого кето, для похудения, для там всего вот этого входа стабильного кетоза и все такое прочее. Поэтому, если вы новичок на моем канале, следует это учесть. Если вас интересует прям вот это самое строгое кето, то лучше сразу в плейлисты у меня на канале заглядывать и все видео оттуда просмотреть, в том числе теория по этому делу. Ну, а для тех, кто давно на моем канале, все уже давно все прекрасно знают. Ну, что у меня сегодня получилось на эти самые 850, да, килокалорий или сколько, господи. Вот я вот когда немножко перевожу вот эти цифры, уменьшаю калорийность, там прибавляю, я уже начинаю путаться вот в этой самой, в количестве, в цифрах. Ну, в общем, короче, если что, в описании под видео там все прямо нормальненько, четенько, красивенько написано. И что у меня сегодня получилось приготовить? Сегодня я без салата. Ну, в виде салата у меня просто чисто нарезанная зелень, причем я сейчас ее не всю съем, а съем только половину. Здесь ничего нет, даже соли, просто зелень посыплю основное свое сегодняшнее блюдо. Ну а основное блюдо у меня сегодня тушеная курица с тыквой. Вообще зря я, наверное, даже вот эту тарелку поставила. Вот эту крышку можно использовать как тарелочку. Вот, это я специально так сделала, потому что вот съем я вот сейчас вот это не все, а съем только половину вот этой вот вкуснятины. Ну, а именно здесь просто курица, куриные бедра сложила с тыковкой мороженое, потому что она мороженая, соответственно, в ней жидкости самой дофига, и, соответственно, ничего добавлять мне, никаких жидкостей сюда не потребовалось. Соответственно, вот сейчас это все я буду кушать. То есть половина съем, половина еще немножечко кусочка мяса вот здесь вот откушу. И, в общем, будет мне вот это вот все счастье. А, ну и в конце уже почти, когда приготовленное, это было, готовила это все в микроволновке. Почти все приготовлено было, я еще добавила сюда сливочного масла, ну, потому что курица сама по себе, она не особо так как бы жирная, недостаточно для кетозника. Ну и вообще, в принципе, без жиров оно, как говорится, и невкусно. В итоге вот сейчас вот эту попробовала. Вкуснятина неимоверная. Тыква у меня совершенно не сладкая. Не знаю, по каким причинам она у нас нормальная. Как в магазине сладкая не вырастает тыква со своего огорода. А, ну еще добавила сюда специи. Специи у меня здесь... вот из пакетика, как говорится, который написан, на котором было написано для курицы. Ну вот и все. Собственно, готовится. Ждем, когда готовится, и потом радостно это все едим. Готовилось, правда, это долго, наверное, минут 30 в микроволновке. Ну, все зависит, конечно, от вашей микроволновки. Вот. И на десертик у меня будут вот эти вот, соответственно, жареные, тоже свежежаренные семечки, аж целых 30 грамм.
просто без ничего и даже без сливочного масла. Ну и всю вот эту вот красоту я просто сейчас посыплю вот этой вот зеленушкой. Короче, много-много зелени, как говорится, как у настоящего кавказца. Вот и все это сейчас будем радостно кушать, чего и вам желаю. В плане даже не только питания, в плане того, что найти свое идеальное питание. Пусть даже это будет не кето. Какое-то время. Но потом все равно кето. Потому что кето рулит, потому что магия вечна, потому что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Вот такое сегодня у нас видео. Всем привет, кето рулит, опять же. Ну и пока.